2015 года, если можно было. Если говорить про телефоны, про смартфоны, мы видим тенденцию, экраны большие, 6-дюймовые, занимают в нашей сети по продажам второго квартала 57%, 43% менее 6 дюймов. То есть, в принципе, покупают все более телефоны. При этом динамика продаж, мы повторяем рыночную, мы немножко ее опережаем. Потому что показывает GFK, продажи 6-дюймовых составляют завтра 52%. По операционным системам. В принципе, мировая тенденция, ничего Украина экстраординарного не идет вразрез с рынком. Продажи 97,2% на Android и 2,8% на iOS. Это данные. Если говорить о смартфонах, как мы их называем, простофоны или мобильные телефоны, простые телефоны, тенденция продаж мобильных телефонов, она снижается, но при этом рынок есть. И спрос на эти телефоны кнопочные есть. По итогам полугодия у нас 75% продаж – это смартфоны и 25% кнопочных телефонов. Штука. На рынке ситуация похожа, 78 на 22. Тут пару комментариев, почему мы это показываем. Многие ритейлеры в Украине, в принципе, отказываются от кнопочных телефонов, убирают их с пола. Поскольку мы, ну, отчасти тоже несем социальную функцию для наших абонентов, люди приходят и есть спрос на кнопочные телефоны, мы их не убираем с пола. Мы видим, что, ну, как бы, эти 25% продаж, они приходятся, ну, в том числе люди приходят в наши магазины за покупками этих телефонов. Можно точно, если это просто фон или это сейчас по вашему фону? Сейчас я не готов сказать цифры. Отдельно мы придумаем. И внуков фон. По технологии NFC. Эта технология очень востребована в Европе. И мы видим востребованность ее в Украине. Уже порядка 60-40% смартфонов продается с технологией NFC. В прошлом году Google на своей технологической конференции заявил о том, что Киев входит в пятерку городов мира, где метрополитены оборудованы технологией, где можно оплачивать NFC как самые прогрессивные технологии. Мы ожидаем к концу года еще больше роста этой технологии. Ну, посмотрим итоги, но мы ожидаем, что эта технология и смартфоны, оборудованные NFC, будут пользоваться все большим спросом. По количеству SIM-карт. В принципе, тенденция мировая. 99,6% проданных в нашей сети смартфонов с двумя SIM-картами. В Украине 96,4%. Есть некоторый тренд на рост девайсов с одной SIM-картой. Очень осторожно. По цветам смартфонов, это данные за полугодие. Самый популярный смартфон по цвету черный, 44%. И из интересного, 8% украинцев любят золотые смартфоны. А красный? Красный не попали. В том, к сожалению. Может, у вас мало золотых смартфонов, вы больше покупали? Мы, в принципе, отражаем тенденцию рыночную, мы смотрим GFK в том числе. Черно-золотые бумаги. Мы попробовали разделить карту Украины, посмотреть по брендам самых популярных. Это продажи в нашей сети за второй квартал. Есть некая приверженность в областях на протяжении квартала, некоторые даже тенденции там уже полугода, где предпочитают какой-то определенный бренд. Центральная, северная Украина, южная, вот, предпочитают Samsung, западная и восточная предпочитают все. Это самые продаваемые в этих областях
20 моделей. Но если говорить не только о смартфонах, но и носимой электронике, это очень растущая категория, вообще, в принципе, мы видим большой спрос по сравнению с прошлым годом на эту категорию. Драйвят их в основном смарт-браслеты, фитнес-браслеты, их порядка 75%. У нас в продажах их на рынке 87%. Самый популярный бренд — это Xiaomi. На втором месте у нас в сети это бренд Huawei, это детские часы. И мы видим за последний квартал резкий рост спроса на детские часы. Мы уже, в принципе, запускаем некие активности с завтрашнего дня по продаже девайсов и операторских пакетов, услуг, которые позволяют сразу пользоваться этим устройством. Мы постарались выделить, посмотреть использование этих фитнес-браслетов по областях, где, в каких областях больше культивируется, скажем так, здоровье, где люди активнее используют, чем других. Мы видим 5 областей, где для людей фитнес-браслеты являются важным устройством, которое покупают в том числе вместе со смартфоном в одном чеке. Львовская, Черниговская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская область. Теперь топ-5 брендов, которые мы продали за эти 6 месяцев в нашей сети. Samsung, Nokia, Apple, Xiaomi, Huawei, Tecolin. Интересная статистика – это переходы. Мы видим в сети, на какие бренды переходят в основном абоненты. Наибольшие приверженцы – это Apple и Samsung. Большинство абонентов меняют Samsung на Samsung, Apple на Apple. Из интересного – Nokia меняют на Xiaomi, Xiaomi меняют на Xiaomi. По Nokia здесь, я думаю, там мы в пресс-релизе дошлем, особенности смартфона, это речь о смартфонах. Смартфоны Nokia живут дольше всего сети, порядка чуть больше 3 лет. Все остальные там порядка 1.5-2 года живут в сети, происходит обмен. По Nokia 3 года. Простите, а как вы считаете, ну, в смысле, я имею в виду, он у вас по 1.5 года прожил в сети, его поменяли, он же в сети вернулся, вероятно. Да, конечно. Ну, я имею в виду смартфон Nokia, в нашей сети был 3 года. Затем поменялся телефон на Xiaomi, тот же абонент, но уже с другим телефоном. Немножко данных от нашей пикапы. Гендерный вопрос. Женщины-мужчины. 55/44, мужчины 55, женщины 44% в структуре продаж. Интересно, что мужчины меняют реже. 1,9 лет живут у смартфона мужчин и 1,6 у женщин. По бигдате, по предиктам профиля абонента мы, скорее всего, думаем, что это мужчина по поведению, женщина. Мы знаем, но с большой вероятностью мы знаем. Женщина играет по возрасту? Нет, на самом деле, вот по цветам мы посмотрели, есть ли разница мужчины и женщины по цветам. В принципе, статистическая погрешность допустима, нет особой разницы. Вопрос по доставку где-то оказался неожиданным, потом мы, скорее всего, нашли объяснение, почему так происходит. Люди со средним и низким достатком чаще меняют смартфон. Когда мы заглянули глубже, посмотрели, почему, оказалось, люди, ну, аналогично, но для нас это было интересно. Люди со средним и низким достатком покупают, как правило, более дешевые устройства, которые раньше выходят из строя и чаще заставляют людей менять на новое устройство. Чем хуже телефон, чем дешевле, тем быстрее он